Поднять патриотический дух среди азербайджанской молодежи и повысить их интерес к военной службе. Военно-патриотический лагерь «Хербия» продолжается в Гедабекском районе Азербайджана. Участие в нем принимают десятки добровольцев службы «Асан Хидмет». О том, как проходит подготовка молодых людей, в следующем материале. Поближе ознакомиться с военным делом и на несколько дней почувствовать себя настоящим солдатом. Десятки волонтеров из разных регионов Азербайджана отправились в военно-патриотический лагерь «Хербия». Уже третий год он организуется службой «Асан». Добровольцы в первую очередь посетили служебные административные здания, солдатские казармы и столовые местных воинских частей. Сумели также ознакомиться с оружием. Затем волонтеры направились в этнопоселок под названием «Край кочевой культуры», в котором и будут находиться до 30 августа. Здесь для них созданы идеальные условия для занятий по выживанию в полевой местности, ориентированию и построению укреплений. Одним из сложнейших и в то же время увлекательных занятий для волонтеров стало скалолазание. После показательных выступлений военнослужащих ВС Азербайджана, многие волонтеры отважились проверить свое умение держать равновесие на высоте. Перейти от пика к пику возвышений на раскачивающейся веревке решился не каждый. Это было не очень страшно, но я все же не сразу решилась. Было сомнение, что не все может удачно получиться. Здесь нам показали, с какими сложностями сталкиваются военнослужащие. Но в то же время мы стали свидетелями, как успешно они преодолевают любые преграды. Этот проект очень важен для того, чтобы поднять патриотический дух среди азербайджанской молодежи и повысить их интерес к военной службе. Я благодарю за такую возможность Министерство обороны Азербайджана и службу АСАН. При отборе волонтеров мы постарались выбрать как можно больше призывников этого года. В целом к нам обратились около 1000 молодых людей, из которых было отобрано около 100. Напомним, что лагерь продолжится до 30 августа. На протяжении 5 дней их ждут различные военные учения. Это практические занятия по тактической подготовке, караульной службе, огневой подготовке и многое другое. Шамистан Мамедов, Галиб Багиров, CBC.